Всем привет! Наконец-то я выбрался на рыбалку. Сегодня нет мороза у нас, к счастью. Ничего не обмерзает. Ну, достаточно холодно, пасмурно. Щука не проявляет себя никак, активности никакой, поэтому я залез в самые кучеря. Вот прям вот сплошные, видите, кувшинки. Тут очень хлопотно ловить каким-либо воблером. Сейчас буду ловить на сибилевские свимбейты. Давайте буду пробовать. Вот такой вот свимбейтик у меня. Его можно кидать в любые кучеря. Он пролезает через все. Но, правда, реализация поклевок весьма слабая. Ну, проверим, надо проверить. Надо проверить, где щука есть у нас. Чем хорош свимбейт? Он практически через все пролезает. Ну, вот единственное вот... Сейчас. Вот так вот. Ах ты черт, а. Ага. Вот он, видите? Порез. Вот, тын. А резина новая. Ладно, пробуем еще. Есть она тут. Никуда она отсюда не делась. Просто она очень пассивная сейчас. Опа! Показалось, что ли, или тычок все-таки был? Опа! Ого! Вот, видите? Вот зараза, а. А не было. Вот этого пореза не было, ребят. Вот этого. О, блин, а. А еле-еле тычок. Еле-еле. Если предыдущее как-то стукнуло резко. Я аж прям подсёк. Это вообще еле-еле. Я почти не почувствовал. Слабенький-слабенький тычок. Можно было бы, конечно, попробовать блесну, не зацепляйку, но у меня что-то в хозяйстве не нашлось ни одной. Дома, видать, все. Опа! Опять поклевка вон там была. Я не знаю, будет на камере видно или нет, вывернулась она. Еще раз туда же. Давайте. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Три поклевки, все три мимо. Это у нас дуб растет. Вон там, о, здоровенный. За вот этими деревьями, вон он. Там даже таблички висят. Этому дубу лет 400, наверное. Вон она, крона какая у него. Памятник природы, однако. Это вот абсолютно новая резина. Вот так вот сделаем. Зажмем сюда на крючочек. Грузик небольшой. Подгрузочку сделаем. Вот такую. Вот такую вот. Ну, отлично играет. Смотрите, как. Ой, ну какая красота. Еще бы щука на нее бы клюнула, было бы совсем классно. Та-ра-ра-та-та-там, та-там, та-там. Опа! Опа! Вот она. Ну что? Вот как мы видим. Вот она, ловля щуки в лопухах. В глуховых лопухах на вот такой офсетный крючок с резиной. Давай, беги. Кто молодец? Я молодец. Вот все-таки вот эта резина, все-таки она по
ну, скажем, по эффективности пробива, то есть по пробиваемости для щуки, вот именно то, что она тоньше, она, видите, сработала. А на ту было сколько пустых поклевок? Много. Опа! Ух ты, блин! Так. Была поклевочка. Ну что интересно, один раз атакует, все, больше не хочет. Повторной атаки нету. Ну что, вынесло меня уже на русло. Времени у меня маловато, поплыву я домой. Как раз надо заехать в магазин, еще резины прикупить. Что могу сказать? Вот на эту резину, сколько у нас сегодня было? 3 или 4 поклевки у меня было. Но за счет вот этого именно тяжелого хода крючка, он довольно тяжело тут ходит, хоть я и разрабатывал, поклевки оказались нереализованные. На вот этот монтаж здесь как бы все поинтереснее получилось. И вот 2 поклевки я поимел, 1 щука. Как-то вот так. Ловля, как вы сами видели, происходит вообще в глуховых лопухах. Ни одного воблера здесь провести практически невозможно. Возможно, может быть, надо было пробовать колебалки, не зацепляйки, но у меня их с собой просто не оказалось. Вода очень прозрачная, щука видит все хорошо, все поклевки происходят издалека. То есть, соответственно, речь о том, чтобы ловить в каких-то красных куртках, красных жилетках, ну, просто здесь ловить стоя, речь об этом вообще не идет, потому что маскировка, щука видит все, видит издалека. То есть, вот все поклевки были довольно далеко, ни одной поклевки рядом не было, хотя щуки полно здесь. Как-то так, поплыву домой, ну уж поскольку мы на русле, давайте пройдем по руслу вдоль поселка, я вам поселок покажу наш. Поехали. Вот такой у нас поселок, это конец поселка. Так люди тут и живут. Поселок образовался давно, еще не было водохранилища, и дома эти все стояли далеко от реки, то есть река, вот мы сейчас по реке идем, дома стояли на берегу, здесь деревья росли, но потом залили водохранилище и появилось, вот так вот вода подошла к домам. Новых домов красивых строят, а есть и вот такие вот голубятни, а рядом вот такие, с вот такими гаражами. Это наша центральная Бритва. Это вот мои соседи построились уже. Все, а вот приплываем. Здесь я и живу. Вот как-то так.